И всем привет, коты! С вами Катерплей. И сегодня я буду просто гулять по Брукхевену и работать таксистом. Кстати, за мной стоит моя любимая машина. Она осталась с Хэллоуина. Она у меня на Хэллоуине не спавнилась, но я очень. Но мне она очень нравится. Кстати, я буду работать таксистом, как я и сказал. О, подождите, мне заказ пришел. Сейчас телефон возьму. Алло, алло, алло. Здравствуйте. Ой, да позявлюсь-то, чтобы вы приехали на улицу Комарова, 36. Конечно, сейчас приеду. Ребят, у меня приехал заказ на Комарова, 36. Это здесь близко. Это он. Это где-то вон того сарая. Сейчас приеду туда. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, привезти меня на улицу Малинова, 41. Хорошо, садитесь в машину. Хорошо, спасибо. Так, садимся за руль. Вот так. Вы сели? Да, я села. Все, тогда я поехал. Можете, пожалуйста, побыстрее? У меня тут собрание. Хорошо, буду сейчас побыстрее ехать. Все, вот так, хорошо? Да, все, едьте. Так, Скоморова, это где-то вот здесь, да? Да, все, давайте. Я сейчас вам денежки отдам, и все. И выйду. Как надо. 50 рублей. Все, спасибо, до свидания. А, вы уже вышли, вы уже поехали. Ну ладно. О, подождите, тихо. Мне еще один заказ пришел. Алло, алло. Можете, пожалуйста, приехать на улицу Корягова, 11? Мне нужно приехать на улицу. На улицу Конфетова, 17. Хорошо, сейчас приеду. О, заказ поступил, наконец-то. Так, и теперь сюда заеду. Поеду дальше. Эта улица, кстати, далеко отсюда. Теперь нужно сюда завернуть. И сюда приехать. Короче, это там в лесу. Вот, где-то вот тут вот близко должно быть вот эта вот улица. Я здесь. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, меня отвезти? Конечно, садитесь ко мне. Вот я сижусь в машину. Вы сели? Да, я сел. Все, едьте на эту улицу. Сейчас, подождите. Здесь нужно вырулить. Ай! Аккуратнее, можно. Извините, сейчас я машину другую сделаю, а то это перевернулось случайно. Давайте быстрее. Ребята, тут неловкая ситуация получилась. Машина перевернулась. Я опять ее создаю и сажусь. Все, вы сели? Да. Да, поехали. Какую вам улицу? Конфетова, 11. Все, я поехал. Так, съедем. И вот ваша Конфетова, 11. Выходите. Все, все, спасибо, вот вам деньги. О, спасибо. До свидания. Ладно. Ой, как хорошо. Как же я навеселился. Надо бы зайти в магазин мороженого и купить себе мороженое. Как раз таки вот, на то, что мне запретили. Садимся. И я поехал. Магазинчику. Вот он поблизости. Вот здесь. Ладно, а сегодня я работал таксистом. Так, какое же у меня сегодня настроение? Ну, как бы радужно, поэтому я возьму радужное мороженое. Ммм, как вкусненько. Ладно, а с вами был Котяра Плей. Сегодня я работал таксистом. И ко мне подошел кто-то. Пистолетом.
Я лучше побежал. Всем пока-пока!